Хотите освежиться в летнюю жару? Предлагаю легкий и вкусный напиток – лимонад. Феерия вкуса – лимон, клубника, мята. Подавайте его с кубиками льда, понравится всем. Рассказываю, как всего за 30 минут приготовить вкусный домашний клубничный лимонад с мятой. Заранее поставьте литр фильтрованной или родниковой воды в холодильник, хорошенько охладите, тогда лимонад будет готов быстро. Сделайте заготовочку из клубники, мяты и лимона, потом просто добавьте сок, воду и все. Давайте подробнее посмотрим в рецепте, удачи! 1. Подготовьте продукты, приступим. 2. Клубнику вымойте, оборвите хвостики. 3. Часть клубники измельчите с помощью блендера, примерно 80-й, 100-й год. 4. Положите в кастрюлю всю клубнику, пучок мяты, связанные ниткой, порезанную кружочками половинку лимона. 5. Залейте стаканом 200 мл, кипятка, накройте крышкой и оставьте на 20 минут. 6. Удалите пучок мяты.